В Караганде бывшие безработные стали спасателями на пляжах. 76 человек обучили навыкам спасения людей и оказания первой помощи. Теперь они как дружинники дежурят на водоемах. Данияр Акылбек имеет статус кандидата в мастера спорта и когда-то работал тренером по плаванию. Теперь он общественный спасатель на Карагандинском коммунальном пляже. За свой короткий опыт уже успел спасти чужую жизнь. Два дня назад был случай. Девушка, я там обход делал, смотрю, девушка тонет. Когда человек тонет, он не может издавать звука. Вот я увидел, сразу прыгнул за ней, вытащил и показал первую помощь. Спас человека, но это непередаваемое чувство. Кандидатов в дружинники набирали на бирже труда. Главным требованием было умение плавать. Они прошли двухнедельные курсы, где их обучили оказанию первой медицинской помощи. Только во время купания в этом году в области утонули 6 человек, и еще 4 во время рыбалки и по другим причинам. Заступая на дежурство, облегчивает работу нам тем, что они постоянно находятся здесь, и они знают и умеют людей спасать и проявлять, показывать им первую медицинскую помощь. Спасатели, за счет того, что они здесь постоянно находятся на дежурстве, они моментально могут среагировать и спасти человека. Дружинники также помогают спасателям ДЧС в профилактических рейдах и во время патрулирования. Распивающих спиртное на пляжах по-прежнему много. С начала сезона таких граждан оштрафовали в общей сложности уже на 3 миллиона тенге. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Информбюро, Карагандинская область.